Добрый вечер, наши дорогие зрители. Здравствуйте, добро пожаловать. С вами снова русский хаб студии аналитики. Хуб. Вот. Мы открываем для вас второй день группового этапа The International 2015. И вот в каком составе мы будем сегодня работать. Собственно, на аналитике у нас сегодня сидят НС, Ярослав Кузнецов, Жотм Егор Сурков и Дред, конечно же, Андрей Голубев. И сегодня поведу вам первую половину дня. Меня зовут Женя Ноупоинт Убравин. Ну что ж, приветствуем всех в студии, приветствуем всех на втором этапе игрового дня. В Сиэтле сейчас почти 9 утра. Мы проснулись, мы свежи, мы отдохнули. Мы готовы к следующей порции Cloud9. Звучит неприлично, конечно. Сейчас бы навернул Cloud9 прям ложкой. Вот, сейчас, собственно, у вас на экранах расписание на сегодняшний день. Нам предстоит сначала посмотреть слева. Best of 2 Cloud9 против Fnatic. Потом мы переместимся к одним из фаворитов, к Citrit'ам. Мы понаблюдаем две партии их подряд. Сначала против Cloud'ов, потом против Na'Vi. После чего перейдем к EG, которые будут играть против Vici Gaming. И потом еще раз против MVP Hot Six. Такое расписание ждет вас на конкретно этом стриме. Параллельно же будут идти еще очень-очень-очень много матчей. Для всех фанатов СНГ Доты вы можете обратить свое внимание конкретно на третий стрим. Там сегодня будут много игр и Virtus.pro, и Империи, и даже вот, собственно, игровой день будет начинаться с матчей Na'Vi. Ну, а мы с вами давайте взглянем еще перед тем, как перейдем к первому матчу дня, на игровую таблицу, на положение дел, которое у нас формировалось после вчерашних игр. Вот, как вы видите, в первой группе доминируют позиции LGD и Secret. Обе команды отыграли по две партии, LGD выиграли обе из них, Secret сыграли одну в ничью, таким образом остановились на 4 очках, и такую позицию занимают Vici Gaming. Точно так же отыграли уже в своей группе, то есть одна победа и одна ничья. 4 очка CDEC за ними идут с одной чистой победой. Пока что больше они не отыграли. Вот. Ну и дальше уже, как вы видите, с ничьями все занимают следующие строчки в обоих группах. СНГ Dota нас вчера радовала, ну, более-менее. Играли либо в ничью, либо, к сожалению, в случае Empire проигрывали. Но все еще у парней впереди. В конце концов, только первый из 4 дней сыграны, поэтому мы будем надеяться, что вот дальше у них все уже пойдет лучше. Ну а мы же с вами перемещаемся вот потихонечку к первому матчу второго игрового дня, который будет конкретно на этом стриме. Это Cloud9 против Fnatic. Вот мы его просто все ждали. Конечно. Желали увидеть Eternal Envy фармящим еще минут 90, как минимум. Давайте, собственно, обсудим, как он показал вчера себя и как они будут показывать себя уже сегодня. Ну, вчера еще и Муша нам показал, что такое фармить 90 минут. Поэтому столкнутся два титана. Титана просто. Титана долгой доты. И непонятно, во что это выльется. На самом деле, мы так ожидаем, что там C9 будет играть долго, тем более там еще и Fnatic вчера нам показали, что тоже могут. А они возьмут да сыграют минут за 20 просто. Забавно. Почему нет? Хорошая шутка, Егор, хорошая шутка. Так это же аналитика. Аналитика. Да они, наверное, тоже еще не проснулись, они будут как-то так вяленько перетаскивать себе в инвентарь мидасики, травела, вот эти вот, а потом только начинать играть 190 минут. Да, спешить. А потом еще... Сравнение Муш и Энви, может быть, сравним эти шестиугольнички наши? Шестиугольник Муш и шестиугольник Энви? Да, не стоит забывать, что мы, собственно, конкретно студия аналитики и все сидящие в ней люди поставили командам оценки по былым заслугам и по тому, как они вот выглядели в начале этого International. Конечно, многих из них там мы не видели после буткемпов, но вот как наши эксперты думают, обстоят дела с обоими командами. Как вы видите, очень большой упор у клаудов на стратегию, на лейнинг. Вот, кэрри проседает у них, но в то же время у Фнатиков точно такая же ситуация. Вообще, мне кажется, уже у Фнатиков можно кэрри немножко приподнять. Фнатики чуть поднадуться должны, смотрю, да? Что-то смотрю на вашу оценку KYXY, и что-то вы не взлюбили. Нет, вспоминайте вот что это значит убийство. Вашу оценку? Ты что, не я студанал, этом, что ли? Я в этом, ну, я хорошо, пока не давайте, участвовал. Собственно, будем тогда в прямом эфире менять оценки. Вот у нас есть... Не-не-не, да не будем мы ничего менять. Правда. А, ну не, или уже после потом, группового потом, откорректируем. Ну, так вот,
получилось, что Fnatic, конечно, плохо очень выступали последнее все время, и не за что было ставить большие оценки. Ну, не за что, не за что. Но, конечно, уже тут по результатам, которые Fnatic показывали, они уже сыграли две ничьи, одну секрет, между прочим. Они, как бы, этот шарик их синий мог бы поднадуться слегка. Но все равно, мне кажется, что Cloud9 довольно заслуженно в основном поедают фнатиков вот на таком сравнении, потому что все-таки Cloud9 команда уровнем, классом повыше. Ну да, да, как ни крути, так оно и есть. Шестерочку вы Cloud9 поставили, потому что они просто не любят этого делать и не делают этого, и мы не можем по достоинству оценить. Чего? Их файты. Не, ну у них объективно такие это объективно, их объективная слабая сторона, знаешь ли, файты. Потому что они очень здорово отыгрывают начало, у них, как правило, хорошие стратегии, у них сильные саппорты, и они зачастую выигрывают начальную стадию, если там что-то не пошло совсем не так. Но потом они часто проигрывают игры. Стало быть, они проигрывают файты. Я бы еще, кстати, именно насчет там вот этой они вот, и уступают. Строчки файтов отметил бы, что все-таки мы как опытные аналитики, как эксперты своего дела, мы же оцениваем не только вот, опять же, возможность попасть скиллами в файтах или правильно их закинуть, но и, конечно же, сам смысл целесообразность файта. Конечно, конечно. Тоже за видно. Что он идет, какую долю победы несет в себе файт. Естественно. И вчера Cloud9, например, под Tier 4 залетали, чуть ли не под фонтан уже, и уступали игры. Вот, вот они. Да. Даже если бы они вот победили бы этот файт вот, очень сильно, мы бы все равно поставили им слабую, маленькую оценку, потому что это файт ни за что. Ни за что, ни за что. И вообще, меня довольно... Я в предвкушении этой игры, мне прям страшно, потому что вчера, между прочим, Fnatic... в игре с IG были в двух минутах от того, чтобы установить абсолютный рекорд по длительности игры на интернейшнлах. То есть они сыграли 97 минут, абсолютный рекорд 99. Это игра с третьего интернейшнла, IG против DK. DK, по-моему, да. Это сделали у нас Fnatic, а Cloud9 у нас каждую игру играют от 60 минут. Ну, вообще, да, интересно было бы посмотреть вообще на среднее время игры Cloud9 на этом интернешнле. Кстати, у нас, наверное... Оно сейчас в топе без вопросов. Ну, 40 минут среднее время игры, но это... Это много, нынче там за 35 обычно команда. Это за весь патч, это за весь патч, это не только за этот интернешнл. Ну, это вот, да, 18 матчей. На этом интернешнле я не помню, чтобы они играли игру короче 60 минут. Было бы еще интересно посмотреть, как у них меняется винрейт в играх до 60 и после 60. Ну, да, такой статистики у нас, наверное... Я думаю, это очень тяжелая задача, но мы обязательно ее сделаем позже. Этих игр так много. В свое время у Asus Polar была такая статистика, что вот в долгих играх они там короли, там процентов 80 у них винрейт. Но, кстати, у Cloud9, по-моему, в долгих играх процент винрейта не очень высокий, они постоянно проигрывают. Вот на интернете, что ли, 56 минут средняя. Вот это вот средняя игра, 56 минут. Средненькая. Только на антимаге почему-то 0%. Ну, а что делать? Что делать? Прям, да, удивительная история. На антимаге 0%, а на вайпере там Пайки, например, побеждают. Казалось бы. И на пугне бы еще побеждали. Да, ну, да. Конечно, пока статистика не очень объективная, учитывая такую короткую дистанцию, но в среднем 56 минут ребята играют игру одну. Любят, они любят эту игру. Они проплатили время, они хотят поиграть. Ну, конечно. Да. Ты пришел и в пока клуб, админ не ребутнул, ты как заплатил бы, ты за час, да. Ты хочешь поиграть и свой хочешь час. Хочешь поиграть хорошо, чтобы потестить что-нибудь там на антимаге. Да, куда спешить, а то... Да, все верно. Ну хорошо, пока мы на теме, собственно, Cloud9, Eternal Envy, Fatabun 7, Big Daddy и Misery. Кто из них вчера отличился с положительной и с отрицательной стороны? Зачем вы успели, собственно, посмотреть, что вы успели заметить? Ну, безоговорочно, Фата отличился с хорошей стороны. Он во всех играх тащил, как лев. Старался, пытался, но не пошло. Не пошло. Да, еще можно сказать, что отличился с другой стороны, как бы, товарищ Бон 7, который на моей памяти совершил вообще какой-то рекорд. Я не знаю, я такого почти ни разу не видел, чтобы игра шла очень-очень долго, чтобы саппорты, все саппорты на карте были 17 уровня, а хардлейнер был 12 уровня. Это такое ощущение, что это паблик, где его дропнуло из игры, и он минут 15-20 поставил на фонтане, потом вернулся и начал там что-то бегать, отставая в 5 уровней. Как это вообще получилось, я не очень понял. Бон 7, в принципе, вчера выглядел плохо.
Просто плохо. Также он и на паке там играл на 10-й минуте, находился третьим уровнем на карте. Легион командеркой что-то бегал, не особо полезно, ну, совсем не впечатлил. Хорошо. Еще мысли, собственно, по клаудам, пока мы не перешли к фнатикам. По клаудам я ничего добавить не могу, все сказали, я еще и не особо-то смотрел эти игры. Я вот могу так. Тем утром я спал. Конечно, вот так. Не моя была смена. Не твоя смена? Да. Настоящий аналитик, он у него всегда работает, смена. Он не дремлет. Да. На он самом деле... И... Я могу говорить про Eternal Envy бесконечно. Этот человек... Начинай. Снова открыл Скади Клаб на этом интернешнале и прикупил Скади на Разоре. Вот он на Eternal Envy. Вот его Разор с 0% винрейта. Он купил Скади на Разоре. Нет, Скади на Разоре это нормально. Но человек купил БКБ, человек купил Аганим, человек купил Кирасу. Отличные итемы на Разоре. Дальше логично купить рефрешер, чтобы усилить свой аганим. Хес какой-нибудь. И что-то последним слотом, там есть разные варианты. Да, мы там, даже про Октарин говорили. Там есть Хекс, да, там есть Октарин, там есть... Да, Баттерфляй тоже. Ну да, дэмэдж любой, Баттерфляй, там что угодно. Ну, МКБ, может быть, если надо. Но человек, Мьёльнир, но человек купил туда сатаник. И таким образом у него были такие темы, как Аганим, БКБ, Скади и Сатаник. Толстяк. И, ну, и Кирас, который не дает дэмэджа. Все эти четыре предмета, тысяч за 20 денег, наверное, стоят, точнее, дают менее 100 урона. А ты мейн керри своей команды. И ульт он не усиливает аганимом, чтобы с двух ультов, точнее, рефрешером, чтобы два ульта запустить. Что это было и зачем ему сатаник? Он в паре драк вообще не использовал, точнее, статиклинк ему разрывали, но это бывает такое. Ты сделал статиклинк, тебе его порвали. И у него там 170-200 урона, и он сатаником кого-то бьет. Ну, в принципе, он залил своей команде игру. Если он собрал нормальные арты, вполне возможно, они бы победили. Еще я бы сказал по длительности игры и винрейту антимага, что антимаг не тот герой, который играет в суперлейте. Уж если вы любите играть в суперлейт, мне кажется, антимаг немного не тот выбор. Антимаг — это герой, который имеет свой максимальный потенциал минуты с 40-й, скажем, до 50-й, когда он быстрее всех керри нафармливает свои слоты и может их реализовать. Потом это уже... Он уже уступает очень многим керри, потому что у него способностей для того, чтобы выигрывать лейт, не особо много. Ну что, вот у него пассивка от магии, кому это вообще интересно? Блинк — хороший скилл, ну и моноберн как бы тоже особо никого не волнует после часа игры. Поэтому если уж вы хотите играть 90 минут, то играйте, пожалуйста, героями, которые могут играть 90 минут. Алхимиком, например. Он зарядит всех тиммейтов еще по аганиму. И себя сам зарядит аганиму. Ну, кстати, вот статистика у нас по антимагу на основном этапе интернешнала. До сего вот момента три игры, в трех он был выбран. Собственно, две игры Клауднов и одна игра Virtus.pro. Все пока что проиграл. Ну, пока не клеится, что-то антимага. Мне кажется, антимаг в этом, на этом, конечно, не будет популярным пиком. Почему-то я тоже так думаю. Вот если бы у него был бы стан. Стан? А если бы он умел бы вызывать волков? И хаул еще, конечно же. Хаул. Использовать скилл, чтобы увеличивать дамаж себе и волкам. Какая-нибудь пассивка еще была бы. Да, такая на скорость атаки и урон. И на урон, да. И трансформировался бы он в большого антимага. Большого волка. Быстрого. Да, неплохой был бы. Нелогично было бы, но сильно. Окей, раз мы поговорили по героям, вот у нас образовалась такая вот статистика, что самый пикабельный герой на самом деле на этом турнире — это Герокоптер. И кроме всего остального, он еще имеет огромный винрейт. То есть 73% пика и 77% винрейта у него установилось в конце вот вчерашнего дня. Квапа, которую мы тоже видим достаточно часто, подправила себе вот статистику ближе к концу дня. Если она начинала она там с 20 чуть ли процентов, то в конце она там вышла почти на 40. Каких забытых, возможно, героев вот и мы еще не пикали? Вот только что там говорили о алхимике, лайфстилера еще не видели. Какие вот забытые керри вместо того же антимага или гирокоптера, которого в конце концов начнут банить повсеместно, еще не фигурировали в этом турнире? Мне кажется, что если начнут банить гирокоптера, то в моду войдут какие-то более пушащие керри. Такие, как, например, Пугна или... Против гирокоптера? А? Если будут банить гирокоптера, то начнут люди пушить. Вот. И там уже какие-нибудь джакиры, возможно, какие-то более агрессивные керри, которые реализуют себя минуте на 20-30
там и чуть, может быть, раньше. Да. Виномансер тебе. Виномансер, вот я тоже про него подумал, но что-то вот застеснялся про него вспомнить, потому что думал, что все-таки не есть герои и посильнее, чем он. Мне кажется, что кэри в основном будут пикаться все те же самые. Может быть, кто-то вспомнит комбинации через каких-то вайдов, потому что, на мой взгляд, все так же это возможно использовать, несмотря на то, что все говорят, что дота у нас дико ускоряется, нельзя брать late-game carry, но из игры в игру мы видим игры, которые уходят 50 плюс минут. Знаете, Ярослав, я хотел бы вас перебить, но эта мысль крайне важна, и она действительно стоит эфирного времени. Значит, я тут посмотрел на сравнение героев винрейт относительно чего? Это не КДА, не киллы, не смерти, а дэмэджа. У герокоптера много дэмэджа. 22 500 урона в среднем за игру. У Акаши 15 тысяч. Mm-hmm. Но я думаю, Акаши винрейт еще немножко вырастет, потому что неплохо. А у Вайда 1000. А у Вайда примерно 1000. Это дизейбл, это не дэмэдж. Ну, конечно, но ЕГЭ в свое время использовали неплохо Вайда. Оффлейн еще, мне кажется, неплохо. Оффлейн, который потом выходил в кэрри. Ну вот, может быть, и того же Алхимика было бы прикольно увидеть, но кажется, что никто совершенно не собирается его брать. Возможно, вот не кэрри, а вообще героев, которых мы не видели, действительно пушей. Пушей мы не досчитываемся. Никто не пытается пропушить ни через Пугну или Джакира, то есть пилами, которые бьют по таврам, либо же самонными пушами. Тоже никто не пытается воспользоваться. То есть здесь же Чен. Многие команды тут умеют играть с Ченом. Прям, скажем, это ЕГЭ, это Клоун9, это Секрет. Как минимум вот эти три. Нави, в принципе. Да и китайцы, половина китайских команд тоже умеют. То есть вот пушей пока нет. Я думаю, что рано или поздно кто-то должен начать. Если не ошибаюсь, мы того же Ликантропа видели всего один раз за турнир. Виртус проиграли, да? Инвокера не видели. И победили. Кстати, вот да, еще инвокера. Сильный парень в пушах. Инвокера тоже интересно, почему совсем нет инвокера. Хорошо, еще один герой, который вот вчера заезжал достаточно часто и, скажем так, подпортил вот картину, по крайней мере, по победам Empire. Это Bloodseeker. Вот если мы его посмотрим статистику, было бы хорошо. Мысли по этому герою. Чаще он станет появляться у нас в играх или нет. В данный момент он появляется в 40% играх и имеет такой 33% винрейта. Но, к сожалению, именно эти 33% у нас выпали против СНГ команд. Ну, герой, безусловно, Bloodseeker имеет свои плюсы, свои минусы. Команды просто, видимо, еще не до конца научились его контрить. То есть, несмотря на его низкий винрейт, мы видели игры Империи, мы понимали, что имперцы как бы не хотели, у них это не получалось. Против Bloodseeker нужно что-то, что его останавливает. Они пытались взять какого-то Бейна. То есть, мы это еще вчера обсудили, что если хотите играть против Bloodseeker, законтрите его. Возьмите что-то простенькое, там, типа Beastmaster. Нажимает кнопку, все, Bloodseeker стоит, его можно убить. Купите Silver Edge, ударьте, он не будет так быстро бегать. А команды почему-то в тех играх, где Bloodseeker всех убивает, команды не умеют его контрить. Просто не пытаются это сделать. Если начнут его контрить, герой, ну, все, что он может делать, это быстро бегать и больно бить. Если ему это не позволять делать, он не будет таким сильным. Да, неплохо. Все просто. Там много таких кэрри, кстати, есть. Их легко законтрить, оказывается. Нет, ну, у многих кэрри есть какие-то другие способности. Там прыгнуть, накрыть чем-то, там что-то вызвать, застанить. А этот герой не умеет ни станить ничего. Кстати, на самом деле... Застанется у него тоже такой... Он умеет очень быстро бегать. Очень быстро бегать. Очень быстро. Ну, так его можно очень быстро остановить, а когда герой стоит, то, что ты быстро бегаешь, тебе ничего не дает. Есть интересная, кстати, контра Bloodseeker, по идее, который контрит его прям полностью. Этот герой вообще контрит всех полностью. Это даже не Doom. Это Shadow Demon с Аганимом. Он вырубает ему пассивку. Может, это сделать 3 раза подряд на 15 секунд, если что. Да, но Shadow Demon с Аганимом редко доживают люди. Редко доживают, да. Но у меня такое ощущение, что это я должно... Я бы не сказал, на самом деле. Что ты бы не сказал? Аганим нафармить Shadow Demon, учитывая еще пониженный монокост Shadow Poison, это не проблема. Не просто так-то трудно. Настакать. Ну, хочется же купить Аганим. Какой-то блинк если... или форстав, какой-то глиммер кейп для команды, какую-нибудь урну. А пока не, вот ну, это туда все. Но... А ты еще номер 5, скорее всего, в своей команде, а не 4. Это плохо. В таком случае вот. Тяжело, но это вполне реальная цель. Можно построить игру через. Если цель поставить, Аганим то да. Shadow Demon. Это не проблема. Это не проблема. Вообще-то этот Shadow Demon с Аганимом, он контрит львиную долю всех героев в доте. Он просто их останавливает. Ты кого не возьми, там антимаг какой-нибудь просто вырубаешь ему пассив. Можешь на 15 секунд не могу пассивку вырубить. Там. Можешь выключить баши, увороты, любые вообще пассивки любым героям. Не знаю, почему никто совершенно не отреагировал на это изменение Shadow Demon и его Аганим.
Потому что, мне кажется, все-таки сложно просто построить игру все-таки через аноним Shadow Demon. Потому что как. Да мне кажется, в мид можно поставить Shadow Demon. Не, ну в мид это совсем помню. Ну, герой Shadow Demon, если он может себя хорошо проявить на пятой позиции, где ему не нужны деньги, то почему бы и нет? Хотя Ярослав можно и в мид. Можно и в мид. А помнишь, Шарфик ходил? И всех щемил. И так он щемит, на самом деле, в меня очень жестко. Да, к нему же любой щельный герой приходит, вообще любой, они убивают, а и сам по себе один на один он тоже убивает. Ну, конечно, да, это не очень стандартно, это такое. Но против некоторых героев, по-моему, можно было бы попробовать. Команды, как обычно, стесняются экспериментировать. Да против всех он сильный. Я помню, Шарфик там что-то говорил, когда накидывал второй яд, это была проверка на даун, он это называл. Он кидает, когда, и все. Он уже понимал, что на третьем левеле враг не уходит. Потому что он прячется, накидывается еще два, там уже пятый вдогонку, и взрыв. Ничего ты с этим не сделаешь. А теперь он же еще, кстати, он же раньше только... Ну, короче, там еще один мультиплеер добавили. То есть можно совсем сумасшедший урон. Там можно взорвать на 1000 с лишним урона, да, по-моему? Нет, 1000 с лишним всегда было, это 5 стаков. Теперь 5000 можно. Там, короче, нет. А вроде было 720, по-моему, а стало 1000 с чем-то. Ну, это, ну увеличивали кажется, точно на один мультиплеер. Очень давно уже сделали. Ну, может быть. Может быть, годик назад. Вы, не так давно. Ну, это годик назад опытные был. Аналитики. Надо сказать... Надо, наверное, перейти на фнатиков. Надо сказать еще нашим зрителям, дорогие зрители, что на третьем, кажется, стриме начинается Na'Vi Call. Уже начинается. Уже начались, час, да? И можете туда переключаться, включать мульти Twitch. Там, но звук-то оставляйте наш, потому что конечно, говорим мы интересные вещи. В любом случае, да, видно, игры на вторых стримах, на втором и на третьем могут начаться раньше, позже. Ориентируйтесь, включайте, чтобы у вас постоянно был открыт мульти Twitch. Будьте в курсе всех игр, а слушайте нас. Потому что мы еще не закончили говорить, давайте перейдем, собственно, на Fnatic, пока у нас еще осталось время. А вчера они сыграли две игры против Секретов и две игры против IG. И, на удивление, обе игры против Секретов, они закончили до 40 минут. То есть вот этот вот average мы смотрим, который там 52 минуты среднее время, это чисто из-за одной игры, которая полностью подпортила им статистику. Выиграли они у Секретов за 28, проиграли им за 39, проиграли IG они за 42, а вот у IG выиграли они за час 37. Это именно та игра, которая была в двух минутах от рекорда, которую мы сегодня уже упомянули. Давайте пару слов буквально о их пиках, о их игроках и так далее. Скоро уже будем переходить к игре. Ну, за счет личного скилла. Да, часто, ребята опытные. За счет личного скилла Муши часто пытаются выехать. На миде он играет на Акашах, на Гангерах, на Убиваках. Вот. И Куху тоже предпочитает нестандартных керри, врейскинги, блудсикеры и так далее и тому подобное. Если заезжают у них, то все серьезно. Ну, такая команда, мне кажется, должна как минимум пройти в топ-8, если они действительно вот играют такими нестандартными героями. Потому что всех сейчас дефолтных можно контрить легко. Но главное уметь играть на необычных играх. Какие-нибудь Рикимару под виспами там пойдут в бой, я не знаю. Какая-нибудь такая всякая а жесть. А ты любишь вот это Рикимару под виспами? Видел я Кусик это. Кусики. Да. Дело в том, что Мушу действительно ни разу на International не занимал место ниже восьмого, по крайней мере там, где участвовал. И на третьем International Мушу за весь турнир, где он занял третье место, правильно, да, если я ничего не путаю, переиграл то ли на 19, то ли на 20 разных героях в миде. Один из самых... Он был даже на Урсе в миде. Поэтому я думаю, что это команда, которая действительно способна удивлять. И за счет не то чтобы инновационных, я не думаю, что это для них инновационная стратегия для них самих, но за счет стратегий, которые многим не очень знакомы, не очень понятны, они и будут на этом турнире выезжать. То есть они, в принципе, просто парни из паблика, которые берут героев, муж говорит, хочу сейчас овнить на Хускаре. Берет себе сам Хускара, потому что он и пикает, и уже победил. Ну и вот так и будут играть. Команда очень сильная, и с ними вообще нельзя расслабляться. Это такие парни, они, мне кажется, могут от кого угодно откусить очки. В своем регионе просто они на голову выше всех остальных, поэтому они получают этот заряд уверенности, играя на всем против всех. И вот отрабатывая эти стратегии неординарные для всего остального мира на своих, собственно, ребятах из своего региона, они учатся играть на этих самых нестандартных героях, и для них они уже становятся вполне стандартными. Все правильно сказали. Ну вот кто, кроме Муши, запомнился нам после вчерашних игр в команде?
Ну, не знаю, Муша запомнился. Муша, ну, KYX, Y, да, неплохо смотрелся. Да не, вся команда смотрелась хорошо. У них сильные саппорты, на самом деле, вот Кэти Кимба и Джонни. Мне очень нравится, как играют ребята. Джонни это такой, вот, Кэти Кимба. Это, вообще, молодой-молодой паренек, который... Какое-то время стоял на миде. Вот, кстати, интересная ситуация. Он стоял на миде, но потом Муша это надоело. Говорит, Муша говорит, я снова на мид. Как ты думаешь, Андрей, почему так случилось? Ну, вообще такие ситуации, как правило, случаются, когда как вот опытный мидер Муши смотрит на все это дело, а его молодой потенциальный игрок вроде как, ну, до уровня Муши, скажем так, до International точно не дорастет. И поэтому... Муша говорит, давай, ты на саппорте попробуй. Я тебе покажу, куда варды ставить, а я это самое делом займусь. Mm-hmm. Возможно, так и было. Ну вот, Кэти Кимба, очень хороший вот парень на мид изначально пришел в эту команду, потом что-то вот случилось, возможно, как Андрей говорит, и стал саппортом, но очень здорово отыгрывает. То есть это такой саппорт, который умеет подфармить, знает как бы цену денежки, знает, что нужно и опыт получать в игре, и деньги, не только варды ставить. И Джонни, он, в принципе, такой же. То есть они не проседают, они в каждой игре имеют в итоге какой-то закуп, какие-то итемы, какие-то деньги, левелы, и очень сильно помогают. Ну, а про Гаю я говорить не буду. И, кстати говоря, ты сказал про то, что оба суппорта обычно имеют денежку, и берут они того героя, Вич-доктора, в котором эта денежка очень важна. Вич-доктор вообще герой, мне кажется, незаслуженный, его обходят вниманием команды, потому что герой, он довольно прост в исполнении, в использовании, и он очень силен. Он силен в начале, он силен с появлением Аганима. Ты с ним можешь хоть пушить. Вообще герой очень универсальный. Ты качаешь ему хил, вы можете идти пушить, он вас отхилит. Ты можешь затянуть в лейт, да, под тот же купол Вайда или под любую фиксирующую способность ставится палка, которая убивает всю команду. Герой универсален, герой очень полезен и довольно прост. Вич-доктор алхимик, мне кажется, надо использовать с командом. Это такая рвань. Вич-доктор потихонечку фармит БКБ себе 4000. Алхимик просто в один момент где-то фармит эншентов пачку и просто одним слотом впихивает ему аганим. И только что вроде этот Вич-доктор ничего не делал с каким-то огр-клабом, а на следующей минуте он включает БКБ и ставит аганим. Ну и палку. И враг просто в шоке, потому что ты к такому не готов. Не стоит, кстати, забывать, что Вич-доктор имел очень большой и пик-рейт, и вин-рейт именно на квалификациях в определенных регионах. То есть там мы его видели очень часто и чувствовал он себя то ли на 70, то ли на 80% винрейта. То есть заезжал отлично. Пока что на турнире, на основной части, мы видим, что тоже в достаточно большом количестве игр он фигурировал, 6 игр, но винрейт имеет не очень большой, 33% всего. Ну, там кореец и одни, и вторые решили подпортить. Попортили винрейт, да, ну и фатит. Ребят, я придумал, извините, опять что перебью. Это очередная гениальная мысль, которая посетила меня. Значит, надо сравнивать ГПМ, XPM с дэмэджем средним в игре. Тогда мы будем получать, насколько герой хорош. Пока у нас нет дистанции. Пока большой нет. Для того, чтобы смотреть винрейт. Ну, скоро будет. Скоро будет. И мы начнем сравнивать, Андрей. Мы начнем сравнивать. Хорошо. Что же, у нас игра все еще не начинается? Пока не начинается. Мы можем, в принципе, можем, на фоне включить себе комплексити Нави. Комплексити Нави. И пока пообщаться, продолжать уже и по этим командам, и по тому, что мы можем увидеть параллельно вот в игре Call Navi. Думаю, и зрителям будет интересно. И да нам... как-то по Фнатикам и C9, я думаю, нам уже говорить нечего. Ну, надо смотреть по факту. Я хочу от себя добавить вот буквально пару моментов о том, вот все вот эти нестандартные комбинации, забытые и интересные, тот же Shadow Demon, к примеру, на миде. Не стоит забывать, что из-за формата International пока что никто не хочет открывать карты. Карты будут открываться либо когда будет выход в верх сетки, либо уже, вот, собственно, на мейн-ивенте в нижней части сетки вот все вот эти вот самые нестандартные или самые заточенные заранее стратегии будут, конечно же, открыты. Не, когда идет, будет уже играть. Не согласиться с этим, потому что выйти из группы в сетку лузеров, чтобы там одна игра уже точно не спасет, какая-то не будет заготовочка, ты все равно можешь ее проиграть. Поэтому команды, у которых будет идти все не хорошо, который будет снизу, они будут вообще все делать, они уже сейчас все делают, чтобы выиграть.
На самом деле все зависит от уровня команды. Мне кажется, команды вроде Secret могут себе позволить в групповой стадии играть чем-то стандартным, но просто делать это хорошо, как они умеют. Потому что они не под угрозой. Да, они изначально себе ставят цель, и что они как минимум проходят в сетку венеров, а там уже дальше посмотрим. А вот команды пониже классом, для них пройти в сетку венеров — это и есть основная задача. Команды эконом-класса? Эконом-класса, да. Супер-эконом. Ох, а вдруг Нависи пойдут убивать Рошана с таким пиком? Эх. Ярослав, ну мне кажется, если кто-то пойдет убивать этого самого Рошана до крипов, то вы, скорее всего, просто встанете с дивана, скинете гарнитуру и пойдете праздновать. Да? Да. Скажем, вот они, дети. Дети мои. Но почему нет? Почему нет, Андрей? Смотри, какой у них пик идеальный, чтобы забрать Рошана на первом уровне. Шейкер вообще, смотри. Если враги заходят, подумаешь, там тамба. Закрыли. И деремся под тамбой. Нет, так они зарейдинт, никто даже не догадается, это же дефолт. Зарейдинт? А была ли хоть одна команда, которая делала это? Я, конечно. На самом деле можно, уже опять же, да, Рошана на официальной игре не забирали, мне кажется, год примерно, плюс-минус. Конечно, конечно. Мы забирали, мы в Китае забирали его. А, хорошо. На Элиге, это месяц сентябрь был. Мы когда отборочные играли, Егор, ты же там тоже играл. Мы же пошли вчетвером. Так я же в Рошле сижу, конечно же. Я еще как-то раз, играя в Virtus.pro в 2013-м, пошел забирать Рошана против Empire, которые тогда были очень сильные, с Фанником, был Юрбрейном, Скандалом, ну да, команда. Мы пошли забирать совершенно против них за Radiant, забрали его и проиграли игру, все. Через 10 минут. Найс. Nice. Грустно. Да, это было реально грустно. И после этого ты не убил Рошана в год. Нет. Ты отходил. Я убил Рошана еще через неделю. Не знаю, вот такими господа, пиками. По-моему, у Complexity какой-то довольно странный пик. Это агрессия, это нюки. Это доминация на линиях и вот это вот late game Нага Сирены. Вдруг, если что-то вначале не пойдет у них, из-за того, что теоретически долгое время они будут играть четвером, то просто Ликантроп все съест. Слушай, по-моему, у них нереально какой-то жесткий пик. Они не совсем собираются играть четвером, потому что это же Нага Сирена плюс Undying. Это известная комба. Да. Они приходят, дают сон, ставят тамбу, плодятся там миллион зомби на всех, и драться просто невозможно. Зомби этих убить тоже невозможно. И я думаю, что эта сирена будет постоянно подключаться, пытаться, да. В перерывах между кулдаунами. Так-то на бумажке это звучит очень здорово, но проблема в том, что даже вот если это Нага Сирена кэрри, она будет фармить первое время, у нее будет 11 левел, там все равно довольно большой кулдаун слипа. Большой. Да, а кулдаун некров у волка поменьше будет. Поменьше. Но мне кажется, что колы поставят в мид сирену эту, и придут сейчас какой-то очень такой очень какой-то мерзкой линией. Да, вот это вот они могут сделать. А, ну или, собственно, мне кажется, или, собственно, триплой придут. Да, триплой с Нагой и придут. Потому что это зомби, ЦМ, Нага. Это вообще да. Ад какой-то. Да, мне кажется, это оптимальный вариант. И, мне кажется, мало смысла пытаться вот как-то скорее выформить Наги Трэдианс. Им надо как-то... Мне кажется, через барабаны она пойдет, играть. И они будут, мне кажется, давить прям рано. Они будут забирать Рошанов там с медалькой, они будут давить, потому что, ну вот что могут герои Нави? Волк до определенного момента не особо сильный боец, а его можно поймать в сетку, а его можно подбросить на тусики. И до появления БКБ его вообще можно не выпустить из чего-либо. Остальные герои не особо мощные. Да, максимальный потенциал Нави раскрывается, мне кажется, на 15-й, на 20-й. Потому как уже, собственно, и Дазл с ультимейтом, Пак с даггером, Шейкер с даггером, на Виверне какой-нибудь Глиммерскипс. Шейкер, я не думаю, что иметь будет так рано даггер. Глиммерскипс. Ну что ж. Главное, чтобы Волк купил быстрый некрай, иначе ничего не выйдет. У нас уже пик пошел. Продолжение вот третьей игры, конкретно Na'Vi Complexity, вы сможете посмотреть на третьем стриме. У нас же идет уже пик. У нас Eternal Envy, Fata, Big Daddy, Misery, Bone 7 против Муши, Кэсси Кимба, KYXY, Джонни и Ахая, то есть Cloud9 против Fnatic. Пики уже начинаются, и мы сразу видим двух очень популярных героев, вот, собственно, сразу по разные стороны баррикад. Cloud9 берут Герокоптера после бана Лишрака и Андайнга, Fnatic же взяли Шидоуфинда, забанив Нагу и Квапу. Ну, собственно, Герокоптер сейчас... Вообще не знаю, почему он еще не начинает баниться потихонечку командами, потому что он пикается всеми, побеждает в 77% да, случаев. Да. Это невероятно большой винрейт. То есть это фактически в трех из четырех игр побеждает у нас Герокоптер нынче.
А вот появление Бэйна постоянное, все раньше и раньше, меня смущает. Можно, а у тебя нет там статы вот Бэйна глянуть? По Бэйну. А если не ошибаюсь, нам убрали только Флайда Артстайл. Не, Бэйна вроде мы сегодня не его еще брал. Не, я вот тоже немножко не понимаю. Он что-то у всех появляется. Это Cloud9. Он не побеждает в играх, но он при этом пикаться начинает все раньше. Скоро он будет пикаться на ферст пик и будет проигрывать. Это очень странная ситуация. Ну вот появление Shadow Fiend'а именно первым пиком, это даже не первый сайт, это первый пик Shadow Fiend'а, это довольно странновато, потому что SF этого... Не, ну почему? Да его не банят даже во второй нынче. Давай, его можно брать. Ну давай, вот насчет Shadow Fiend'а, пожалуйста, я буду парировать все, что ты скажешь, очень легко. Да, потому что герой все, что может я тебе все. Скажу, это просто, оно будет неопровержимо. На этом турнире Shadow Fiend'а в первой стадии не пикают, во второй стадии не банят. Зачем его брать в первой стадии, если его до этого не брали? Это... Хотя его не забанят. Понимаешь, Shadow Fiend — это такой герой, которому ты ничего не сделаешь. Его на миде почти что невозможно законтрить. Он все равно нафармит свою меку, и он будет идти с командой и доминировать. Проблема его только в том, что ты этим пиком Shadow Fiend'а ты на первый пик берешь кэрри, как бы, теоретически. Но на самом деле, мне кажется, это вообще не проблема, потому что Shadow Fiend — это отличный герой вообще на любой стадии. Это все верно, но его не берут в первой-второй стадии, почему бы не взять его во второй? Его берут, на самом деле, команды, вот Secret берут постоянно SF прям сразу, ну или, по крайней мере, брали долгое время. И это тоже о чем-то говорит, они показывают, что уважают этого персонажа, что он реально выигрывает игры, это так и есть. Я полностью согласен, Shadow Fiend... Это герой, которого можно взять сразу, если тебе нужен Shadow Fiend. Я не хотел вас прерывать, есть статистика по Бэйну. Mm-hmm. На самом деле, это, на удивление, второй по винрейту герой среди героев, которых брали больше, чем 5 раз. Mm-hmm. Брали его 8 раз уже на основном зачете, 75%. Сразу после гирокоптера. Ну, именно ладно, винрейт. Конечно, брали его гораздо-гораздо меньше игр, потому что у гирокоптера как бы 22 игры уже в кармане. Просто весь прикол Бэйна в том, что... Его, как правило, пикали. Ну. Ближе к концу. Да, законтрить какого-то кэрри милишного, как правило, может быть, Свен, там какой-то Найкс, не знаю, вот тех, что сейчас вообще не пикают, на самом деле, этих героев. Ну, в свое время, когда были очень популярны Найкс, там, Свен, вот пикали Бэйна, чтобы законтрить. Сразу брать, ну фиг знает. Кстати, просто всегда можно взять героя, который законтрит Бэйна. Вот в чем проблема будет для Бэйна. То есть, который будет сбивать ему этот его ультимейт с большого ренджа. Такие герои есть, там Дизраптор, например, которым достаточно глимпс любого ренджа нажать, и ульт Бэйна будет сбит. Ну, не знаю. Рубика того же можно взять. Рубик это вообще, да, при том Бэйну не поможет ничего, ни БКБ, никакие Ленка вещи. Поможет. Ну, да, это скорее даже Бэйн поможет Рубику, потому что от Рубика-то никто не ожидает особо, что он ульту Бэйна даст, и особо скиллы не будут оставлять, чтобы сбить. Ну, Бэйна в свое время брали команда RockSkiz, году так в 2014 в начале, когда просто в первой стадии они его берут, и просто потому, что сильный герой на линии, потому что это была их задача, выиграть эти самые линии. Ну да, но там на самом деле все просто, это вот герой Бэйн, он как герой Трент, это вот мутанты, которых очень много хп, очень быстрые, очень больно бьют, и типа на линии вообще нету минусов, они просто убивают там... Любых. Ну, вот это вот стандартная драка Бэйна против двух ЦМок. Он выиграет. Да, потому что у него 22-22-22, а у ЦМки 15-0-15. 15-0-15, в любом случае, пока мы обсуждали СФа и Бэйна, добрали вот Клауда, Шторм Спирита и Виспа. Таким образом, уже практически полностью вот показав нам свою руку. То, чем они планируют играть. Висп Гирокоптер и Шторм Спирит агрессивный, который тоже, кстати, имеет очень высокий винрейт. Он просто не пикался пока что. Так много игр, всего 5 игр, 80% винрейта. Фнатики же отвечают Винтервайверном. Хорошая контра, мы знаем, любой комбинации виспа с кем-то. Ну, в общем, Cloud9 продолжают ничего не менять в своем стиле. Они как бы довольны тем, что они делают. Они собираются сплитпушить. Не собираются не драться, видимо, никогда в жизни вообще в этой игре. И собираются как-то выигрывать только вот снося базу там по чуть-чуть. Ну, потому что их пик это не драка. Это что-то такое по карте перемещения какие-то. В то время как Fnatic они берут конкретную битву. Такой очень суровый замес. Плюс пуш.
И плюс, да, пушат очень быстро. И говорят, деритесь с нами, С9. А С9 не хотят, они говорят, деритесь. Ну тогда вы теряете вышку. Да, отлично. Довольно хороший герой здесь против С9 получается. Да, да. Мне кажется, здесь вообще тяжело будет играть с Шторм Спиритом, если, конечно, это не тот самый Шторм, которого будут облизывать, и потом Висп будет просто летать с ним и убивать всю карту. Что вы считаете, господи? Это будет ли это Шторм, который будет облизывать? Да. Нельзя заранее предугадать. Висп может пооблизать, конечно. Висп может облизать, да и Бейн, в принципе, не самый плохой облизыватель на миде. Он приходит, дает там инфибл, например. И да, именно так. Тут вообще тяжело Cloud9 будет. Я не знаю, что им сейчас нужно взять, какого персонажа, учитывая, что им осталось взять. Это, наверное, будет Легион Командер. Что-то она в бане. Тогда... Феникс может. Но, чтобы они не взяли, им будет тяжело отбиваться от этого мидгейм пуша через СФа с Мекой и Варды Шадо Шамана, потому что пока из АОЕ у них один лишь колдаун Герокоптера. Ну, на самом деле, Герокоптер — это довольно-таки хорошее АОЕ, ну, если, конечно, его не вкусят. Мечка. А, не, ну драка — это другой вопрос. Я имею в виду, что от товаров откидываться нечем совершенно. Бен не может, Висп не особо, ну Шторм не может. Да. Только Герокоптер может закинуть колдаун, то есть нечем им откинуться. Спокойно Фнатик могут подходить и пинать товара. Ну, есть вот мастер. Ну, появились топорики. Ну, герой-то это хороший. Это все-таки, наверное, не то, что вот называется откидыванием. Почему не откидыванием? Ну, он берет и откидывает. Помогает. Пары, а ну, возвращается. Вообще, да, извини, я неправильно понял. Не, Бесмастер здесь неплохой персонаж, все-таки неплохой. Хочешь. Ну, это опять же, Cloud9 будет пытаться делать эти пик-оффы, будет ходить с одной стороны Шторм на карте, с другой стороны Бейн, с третьей Бестмастер, и будут туда пролетать все время Висп с Герокоптером, или там Висп со Штормом, может быть. То есть будут пытаться кого-то ловить по одному. Везде и опасно. Но только в пятером, да, будут ходить. Но только Фнатик, в пятером. Они сейчас возьмут что-то супер жестко, типа волка того же берут, mm-hmm. если он не в бане, конечно. Нет, не вроде бы не в бане. Еще, мне кажется, Тини. Что? Тини для KYXY. А мне нравится. В любом случае. И мне тоже. У нас уже не остается времени поговорить про этот пик Тини. Мы про это уже поговорим после игры, когда будем обсуждать результаты. Заодно уже точно не ошибемся о том, что мы вам скажем. А в любом случае, наши комментаторы уже готовы. Если ничего не поменялось, это Мобстер и Каспер. И именно им мы первый раз за сегодня, первый раз на втором дне группового этапа The International 2015 отдаем слово.